Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобор Плюс. Сегодня у нас очень интересное, но кратенькое видео об свежей одежке, которую я приобрел на свой Pixel 6a. Новый мой основной смартфон, которым я пользуюсь, мне он очень нравится. И, честно говоря, в какой-то степени я не понимаю ту волну негативного хайпа, которая пришла на его долю. Довольно-таки крутой аппарат, и если брать во внимание все фишки, которые в нем есть, то я считаю, за свою стоимость это аппарат огонь, особенно его фото и видео возможности, о которых, кстати, будут отдельные видео, друзья. Итак, на этот смартфон я приобрел дополнительно чехол. Кстати, кому интересно, друзья, пишите в комментариях. Чехол стоит не совсем дешево. Пишите в комментариях, я вам, естественно, расскажу, дам ссылочки, куда и где я приобретал. Итак, друзья, как видите, модель Pixel 6a, компания Classic Design. И эта компания разрабатывает специальные кейсы для, в принципе, также смартфонов Pixel. Качественные действительно чехлы. В данном случае я приобрел такой под карбон бампер. Как видите, здесь защита 360 идет. Антишоковая специальная углы. Здесь установлено антишоковое покрытие. И он ультра тонкий. Довольно-таки неплохой вариант. И я вам хочу сказать, друзья, что ну, тут указано, видите, для смартфонов, то что он ультратонкий, fashion design, full protection, то есть дополнительно. Я вам хочу сказать, что чехлы данной компании такого типа я уже приобретал на различные смартфоны. В основном, конечно, рекомендую их приобретать на флагманские какие-то модели. Видите, тут идет прокладочка такая поролоновая. И, кстати, вообще без запаха, друзья. Здесь чехол огонь. Вы посмотрите, специальные выступы. Вы посмотрите только на эти нюансы все. Все продумано до мелочей. Специальная рифленая поверхность такая, чтобы не попадал никакой мусор там и так далее. Сам чехол, такое впечатление, как будто матовая резина. Но есть проставки, как карбона. Видите, да? Специально для камер, для вспышки. Сбоку у нас кнопки включения, вернее, кнопки регулировки громкости, кнопочка включения-отключения. Сейчас будем все проверять. Вверху у нас идет вырез под микрофон шумоподавления. По бокам вот такие вот нюансы. Вот это, как, кстати, эти уголочки называются антишоковые. То есть противоударные, вот так. Выступы идут по четырем краям здесь, как видите. Чехол по качеству очень крутой. Я думаю, что сидеть будет отлично. Специальный выступ идет под камеры, защита камер идет. Но вы сейчас во всем этом сами убедитесь. Итак, момент истины. Я еще заказал стекло на данный смартфон. Ну, что хочу сказать. Все довольно-таки круто. Все круто сделано. Звук, пожалуйста. Немножечко сложновато нажимаются кнопки, но хочу сказать, вот. Да. Зато, вы посмотрите, камера однозначно защищена, то есть есть защита. То есть спокойно можно класть вот таким образом, и все, кстати. Чем хорош этот смартфон, что из-за вот этого выступа камер он не качается на столе. Если вы захотите таким образом, допустим, там что-то набирать, там, я не знаю, что делать. Вверху под микрофон соответствует, по бокам, как видите, тут ничего. Здесь под стереодинамик также есть выступ. Type-C, все на месте, друзья. Немножечко, сразу говорю, сложновато нажимаются вот эти боковушки кнопки, но зато они нажимаются четко. Вот ниже, вернее, громче, тише делается без проблем. Идет как такой, как щелчок. Вот таким образом. Чехол, сам смартфон работает великолепно.
честно говоря, сказать, что прям вот с автономностью у него вот прям очень плохие дела. Нет, друзья, я такого не могу сказать. Все зависит от вашего сценария использования и от того, включаете ли вы, допустим, автояркость или не включаете ее. Тут экран 60 Гц, Super AMOLED дисплей. Как на мой взгляд, в принципе, процессор еще не отточенный камень до конца. Но, что касается фото-видео возможностей, друзья, они тут великолепны. Я еще раз повторюсь, я этот смартфон буду сравнивать с тем же Vivo V25 Pro. Я считаю, что Vivo V25 Pro во многих моментах проигрывать будет. Ну, вот как-то так, друзья. Ну, а сегодняшнее видео было о чехле, который я приобрел на свой смартфон Pixel 6a. Кому интересно, пишите в комментариях. Я, как обычно, всех обнял.